Утром проснулся, почистил зубы, оделся, заварился кофеечек, попил его, мяу, поцеловал жену, вместе пошли на выборах, проголосовали, честно, все справедливо, без чьей-либо помощи, пришли домой, включили кинчик, смотрим, балдеж, просто класс. Это выборы нормального человека. А есть еще выборы курильщика. Проснулся, не выспался, там соседи что-то уже с утра тарабанят своим ремонтом, уроды, задрали. Жену будешь, а на выборы не пойдет, ей вообще похрен. Приходишь на избирательный участок, музыка орет, кто-то матюкается, кто-то бухой уже ходит, кто-то бабушек бедных подкупает. Заходишь в избирательную кабинку, ставишь галочку, эта галочка исчезает. Короче, цирк. Цирк. Наблюдатели. Наблюдатели – это люди, которые контролируют справедливый избирательный процесс, наблюдая за избирательной комиссией. Дожились, правда? То есть в нашей стране, чтобы выборы прошли гладко и честно, нужны люди, которые контролируют людей, которые контролируют людей. Это ж какой-то пиздец. Скажите, а знаете, какие наблюдатели? Наблюдатели, конечно, знаю. Кто? Ну, те, кто наблюдает за... Людьми, которые наблюдают? Ну, наблюдают за выборами, чтобы они проходили законно. Скажите, пожалуйста, быстро. Наблюдатели наблюдали? Да не вы наблюдали. Еще раз, пожалуйста. Наблюдали. Я извиняюсь, что сказать? Наблюдали. Вопрос, что сказать? Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Правильно. Можете просто очень быстро попробовать сказать? Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Могу сказать. Попробуйте. Взятку взяли. Не-не-не, смотрите, задание в чем? Угу. Просто повторить скороговорку. Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Наблюдатели наблюдали, да не вы, не могу. Наблюдали, так и не выблюдовали. Наблюдали, но не наблюдали чья-то. Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Наблюдали, да не на выблюдали. Нормально, чувак. Наблюдатели наблюдали, но не на выблюдали. Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Скажите, пожалуйста, очень быстро. Наблюдатели наблюдали, да не... Стоп, я уже... Наблюдатели наблюдали, да не вы наблюдали. Спасибо, ребят. До свидания. Здравствуйте. По статистике, у нас в стране из 100 голосов 12 фальсифицируют. Поэтому в этот раз вся надежда на вас. А теперь официальное заявление для вас неравнодушное. Я буду наблюдателем в своем родном Запорожье. А теперь официальное заявление для вас, подкупатели. Если я увижу хоть какое-то правонарушение на избирательном участке... А как помягче сказать, что... Я вам оторву подкупалку. И разобью им. Главное, если вы решили, пожалуйста, не бойтесь. Потому что у нас в этой борьбе с несправедливостью есть очень сильное оружие. Вот это оно. Ну, понимаете, да? С помощью телефона вы можете не только вызвать полицию, но еще и зафиксировать любое правонарушение. То есть пользуемся девизом пьяного дяди Саныча на сельской дискотеке. Пришел, увидел, снял. Итак, что же может делать наблюдатель помимо наблюдений? Контролировать избирательный процесс с момента открытия до финального подсчета голосов. Не забудьте на участок взять с собой бакушки. Времени выйти купить еду у вас просто не будет. Присутствовать на заседании и при выдаче избирательных бюллетеней. И водички не забудьте, водички. Получать копии протоколов при выдаче бюллетеней. И вообще, наблюдателю можно делать абсолютно все, что не запрещено законом. А законом запрещено безосновательно вмешиваться в работу комиссии. Заполнять бюллетень вместо избирателя. Присутствовать при заполнении бюллетеня и, конечно же, агитировать. За Якуновича голосовал. Вы спросите, ну а кто же может стать наблюдателем? Хороший вопрос. Тут все просто. Для этого вы должны быть адекватным, дееспособным гражданином, которому уже исполнилось 18 лет. Сейчас у меня к вам просьба, а я знаю, вы это можете. Давайте увеличим это число в разы. На данный момент наблюдателей вот столько. А теперь, друзьяки, ваш ход. Призываю всех тех, кто чувствует свои силы, стать наблюдателем. Я буду наблюдателем в Запорожье, мой оператор будет наблюдателем в Киеве. Можно я это сам скажу? А снимать-то будет? Короче...
Хочу обратиться ко всем. Я буду VIP-наблюдателем на одном из киевских избирательных участков. Хочешь, чтобы я за тобой понаблюдал? Приходи на выборы. Теперь хочу обратиться к подкупателям. Уважаемые подкупатели, если я увижу правонарушение, как это помягче сказать? Я, короче, оторву подкупалку и разобью... Жень, свои шутки можно? Она уже вроде в народ ушла. А ты при чем? Так а я род народа. И еще, по этому сайту регистрируйся в наблюдатели и проходи мини-тест, где всего 3 вопроса. Это вам не сопромат, это вам не про евыборы. Наблюдатели, наблюдали, да не вы наблюдать девают.